Сутки за рулем пожарной машины, затем еще день за рулем комбайна. Яухин Зюлев 10 годов тому связал житё с пожарной службой. И амаль одночасово открыл адлік стажу комбайнера. На эту посаду он заступает каждое лето, когда аграрные предприемства пополняют штат сезонными специалистами. Сярод таких помощников люди разных профессий. Для многих это махчимость подзарабить подчас в отпуску. Яухин же поспевает сумешать працу у поле со службой, причем бачить у обеих профессиях агульные рысы. График. Сутки работаем, двое суток выходных, это МЧС. У нас все свободное время здесь. Эти две профессии схожи. Помогаешь людям, для меня нет первоочередной. Там я оказываю помощь, спасая людей. Здесь я убираю хлеб. То есть и та профессия, я считаю, важной. У этой же господарцы за рулем комбайна працует еще один выратовальник. Сергей Жуков допомагает во уборочной 10-й год запар. Как и у его коллеги, у скарбонцы трехразовое досягнение отзнаки у 1000 тонн собранного урожая. Форму выратовальника, к примеру, 15 годов тому. Зараз уже начальник пожарного аварийно-выратовального поста номер 15 Гомельского районного отдела по надзвичайных ситуациях. Каже, профессийные навыки выратовальника корыстные и у поле. Я как пожарный, я знаю, что вероятность возгорание слишком велика, особенно в жаркую погоду, как хлебных массивов, так и возгорание техники. Поэтому перед тем, как выехать в поле, проверяем первичные средства пожаротушения, проводятся инструктажи, мы, конечно, тоже помогаем своим коллегам, проводим практическую помощь, теоретическую. Стараемся тоже помочь, показать, рассказать. В уголе пожары на полях региона зараз редкое выключение, дякуючи у тым лику працы выратовальников. Яны что дня на варте безпеки. У спякоту профилактицы особливая увага. Благодаря комплексу мер, проводимых работниками МЧС, пожаров на объектах сбора, хранения и переработки урожая в текущем году на территории Гомельской области не зарегистрировано. Спасатели Гомельского гарнизона принимают участие не только в проводимых рейдах по обеспечению пожарной безопасности, но также и выходят в поля. В уголе в этой хвилины на палетках Гомельщины за рулем комбайна упрацуют шестеро работников выратовальной службы. Яны допомагают сбирать урожай у Гомельским, Брахинским, Будакашалевским и Жлобинским районах. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадио, компания «Гомель».